С Днем Ангела, дорогие именинники! Современный человек стал болезненно непоседлив. Он суетится, бегает иногда, к сожалению, до самой смерти. Людям невдомек бывает, как это может сидеть часами, даже днями, на берегу какого-нибудь озера, индус или какой-нибудь восточный человек. О чем он может думать так долго, никуда не ходя? А когда мы читаем о подвигах великих отцов Востока, христианских отцов, мы поражаемся, как это многие не меняли свое место жительства целыми по полстолетия, жили на одном месте. Некоторые носили вериги, некоторые восходили на столб. Об одном столбнике мы сегодня расскажем. Звали его Даниил. Этот человек имел счастье родиться в набожной христианской семье. Родители его очень долго не имели детей, и все их молитвы были об этом. Мама Даниила, Марфа, горячо спрашивала у Господа плод чрева, обещая, что она воспитает ребенка правильно и отдаст его Богу на служение. Молитвы ее были услышаны, она разродилась мальчиком, и в видении ночном ей было сказано, что сей велик будет, и молитвы ее действительно взошли пред Господа. Рожденный по обету, по молитвам, Даниил до 5 лет не имел имени, поскольку родители хотели, чтобы и имя он получил божественно, то есть не по их желанию, а по Божьей воле. Они пришли в один из монастырей, где просили игумена дать младенцу имя. Тот раскрыл наугад одну из богослужебных книг и напал на имя пророка Даниила и на отрывок из его пророчеств. Так он и сказал, что младенцу будет имя Даниил. Его и нарекли в честь ветхозаветного пророка, чье имя означает «Бог, судья мой». Окончание имени «Ил», как в словах Гавриил, Михаил и Гудиил, означает как раз Господа Бога, и это имя теофорное, одно из таких, о которых мы имели счастье говорить ранее. Даниил хотел быть монахом с детства, и что самое интересное, этого же хотели его родители. Сегодня вдруг какое-то чадо захочет пойти в монастырь, дома поднимается крик, плач, ругань, вой, и люди боятся, что их дети, дочь или сын оденутся в черные ризы и отрекутся от мирского жития. Настолько обезумел сегодняшний мир, и настолько отпал и пропал вкус к духовному. Мама Даниила хотела сама, чтобы сын был монахом, она упрашивала игуменов различных монастырей, чтобы те взяли ее ребенка в монастырь. Они отказывались, ведь он был еще мал, а она-то знала, что он сможет прожить этой жестокой жизнью. Но наконец она упросила одного из игуменов, тот взял его на послушание. Родители приходили смотреть на своего сына, и когда видели его все еще не в монашеской одежде, скорбели. Они упросили таки игумена постричь его монашество. Когда юный Даниил пошел с одним старцем к святому Симеону Столпнику, Симеон предсказал, что Даниил тоже взойдет на столб и будет нести этот особый подвиг. Так и случилось. Спустя некоторое время Даниил с учениками удалился в другое место, воздвиг столб, соорудил, взошел на него, оторвавшись от земли, по сути, и 33 года, никуда не уходя, прожил на одном месте. А имея дар слова и имея благодатные дары врачевания, исцеления, подсказок, необходимых для жизни, он собирал к себе множество паломников со всех окрестных стран, врачуя, подсказывая, благословляя. Прийти к Даниилу за благословением или спросить у него молитвы, совета не гнушались даже вельможи и император. Даниил прожил большую, длинную жизнь, находясь в этом как раз столпничестве, в особом подвиге. Нужно сказать, что столб есть всего лишь символ некий, восхождение от земли к небу, символ отрыва от суеты. И в этом смысле каждый христианин должен незримо воздвигать свой столб, свою возможность деятельного поднятия к небу. Мы сегодня, кроме Даниилы, поздравляем с днем ангела Феофана, Ивана, Луку и Никона. Радуйтесь, дорогие именинники. Имена ваши написаны на небесах.